Всем привет! 153-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 7 апреля 2021 года. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть на следующий день. Если вы хотите, чтобы Зухаль и Икбаль были наказаны за свое зло, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Яман продолжает гнаться за правдой. Хотя у него есть сомнения, он понемногу доверяет Сихир. Конец Зухаль близок. Как бы они с сестрой ни старались скрыть все факты, правда все равно выйдет наружу. Но это, вероятнее всего, произойдет ближе к 165 серии. Детектив был ранен. Опасаясь за свою жизнь, он решает не попадаться на глаза Зухаль. Возможно, он снова отправит письмо Яману, потому что лично встретиться явно побоится. Может быть, Сихир увидит это письмо и поймет наконец-то, почему Яман был с ней несправедлив. А Яман подумает, что Сихир хочет сбежать с Юсуфом за границу. И снова, не разобравшись в этом вопросе, он совершит ошибку. В который раз Яман плохо отнесется к Сихир. Также он захочет переоформить опеку над Юсуфом на себя. Конечно, социальные службы отдадут предпочтение Яману, потому что он очень обеспеченный человек, а у Сихир совсем нет денег и работы. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик.